Привет всем, мои дорогие, всем чудесного времени суток. Хочу вам показать замечательное растение, которое у нас сейчас цветет и растет. Оно вообще-то у нас цветет круглогодично, вот круглый год. И вот сейчас у нас ноябрь. И посмотрите, это вот бугенвиллия. Она разных-разных расцветок. Здесь она сиреневая с белым, белая, красная. Бывает она еще оранжевая. И еще другие такие цветные окрасы очень ей присущи. Такие, знаете, как смешанные цветы. Вот иногда смотришь на одном кустике цветы разных расцветок. И вот хотела вам, дорогие, вам показать, какое вот пышное цветение. Здесь вот недавно ее обстригли, этот куст. И вот эти вот кустики, они тут растут. Знаете, просто высаживают, и они очень хорошо разрастаются. Время от времени их подрезают, потому что, видите, вот такие вот большие ветви, если их не обрезать. И очень-очень они красивые. Этот цветок не пахнет, но очень красивый. Знаете, так радует глаз. Я вижу, часто высаживают бугенвиллию именно где вот хотят сделать живые изгороди, или возле забора. Вот тут, кстати, тоже возле забора она растет. Просто это такое растение, он любит немножечко тенечек. И, конечно, здесь хорошо поливают, иначе ничего бы не росло, потому что, посмотрите, под ногами у нас песок. Это понятно, что на песке бугенвиллия бы не росла. Это, конечно же, тропические растения, которые завезены к нам. И очень бережно и любовно за этим всем ухаживают. Я вот смотрю, у нас часто, знаете, обновляют растения вдоль дорог, особенно вот если высаживают, смотрят, немножечко они стали уже вянуть, или срок уже проходит, уже отцветают. И, вот знаете, начинаю сразу же высаживать что-то другое. Вот хочу вам показать. Тут сиреневая. Тут такая вот более красноватая. Более красноватые такие вот цветы. И здесь то, что я вам говорила, вот это оранжевые. Тоже такие. Но они бывают разных расцветок, разных цветов. Я вот видела очень много. Есть такие места, что просто идешь, и заросли этой бугенвиллии, она, в общем, очень-очень пышно цветет, такая неприхотливая, очень-очень красивая. Это хотела вам показать, дорогие мои. И, конечно же, пожелать вам счастья, здоровья, всего самого-самого наилучшего, чтобы всегда вашу жизнь украшали цветы, чтобы всегда у вас была радость, счастье и всяческое благополучие. Всем желаю счастья. Всех люблю. Приходите, не забывайте. Ваша я. Пока-пока.